Ой, ребятушки, пришлось мне с ним стоять, разговаривать, блин. Но в итоге он мне шарфик свой подарил, кстати. Ой, не могу. Я хотела вам... Блин, я с ним потеряла больше полчаса. Ну ладно, сейчас наверстаем. Посмотрите, вот этот приростик, да? Тоже с черепицей, вот нормально. Вот просто, чтобы дырочку такую сделать, да? Что-то все равно, блин, он меня не оставит в покое. Вот, посмотрите, корка эта тут наша. Делает такой, да, видите? Десь он кора максимум, прикинь, на что там батарея? Максимум нора кора по очереди. Ну, я вообще контрену сэмпри. А ретурно за пурлеца, ты дон пассажа а пурлеца. Мандами un messaggio. Va bene, ok. Tanto io vado e torno subito. Ok. Va bene. Adesso sto facendo video. La giacca ce l'ho. Va bene, dai. Ciao. Блин. Вы понимаете, да? Сегодня у меня просто день, когда меня не отпустят. Блин, то, значит, никто на меня, я говорю, внимания не обращает, то сегодня что-то вообще, что-то такое. Так, сейчас мы тут в Салакамачине поснимаем. Видите, из-за него, блин, я потеряла солнце. Ну ладно, что поделать. Там придется видео мне делать, снимать то, что он говорит. Блин, вот опять, видите, вот этот вот, посмотрите, корка наша, вот эта вот суперинтеллектовская, делает вот такой вот выступ, прирост. Посмотрите, да? Видите, как идет? Посмотрите. Посмотрите, да? Тут дырки разные. Тоже стену делает. Вот здесь тоже, видите, стену делает, вот так по диагонали выходит. Это все наша цементная корка жижевая. Видите, она тут покрывает все, видите? Посмотрите. Подняться бы там и вот поизучать эту корочку, там все эти выступы, посмотри. Скалы, вот, посмотрите, как эта корка соприкасается. Тут же скальный такой. Тут же скальный такой камень, такой, как он, как это растекается, как пластилин, вот размазывается. Вот опять у нас тут тоже перестройка, домик с черепицей. Вот тут посмотрите, эти дырки, да? Такие окошечки, микродырки, да еще и там что-то там типа наподобие решеточки, да, посмотрите, вот. А, кстати, где-то здесь остановка, я помню. Потому что вот около этой стены я еще обратила внимание, что надо же там так подниматься высоко, да, вот, то есть, вот, представьте, вот ради вот этого, ради того, чтобы туда подняться, вот такую бы стену соорудили, да? И тут такая дверца. Вот, автобус здесь. Вот тут тоже наша эта корка цементная, видите, суперинтеллектовская. Да, долго я не буду снимать. Вот лыжка.
Потому что он, когда начинаю вот так вот, видите, теряю, вот люди там меня ругают, там неинтересно снимаешь. Ну, это, во-первых, так очень сложно настроиться на мои видео, блин, и потом, когда тебя отвлекают, то очень сложно снова вернуться в работу. Наша Мадонна с младенцем там присобачились. Вот, пожалуйста, разлиновка. А, поглядите. Видите? И опять эти дырочки такие маленькие. Окошечки еще и с этими, да? Даже не то, что дырочки, это микродырки. То есть микро, супер-микро окошки, да? И микродырки. Да еще и с решеточкой с какой-то. Не люблю, когда вот такая вот погода. И видите, там у нас солнце спряталось за эту тучку, блин. Я все жду, когда выйдет. А, это Ленно у нас, Ленно. Запомните, видите, Ленно. Хотя это не Ленно, это сало Комачино. Иду молчу, потому что, блин, не вижу ничего такого интересного. Посмотрите, наши каки. Видите? Я не могу. Блин, тут я иду, конечно, по-опасному. Блин. По опасному отрезку дороги, блин. Поэтому быстренько пройдем. Пока вам стену покажу. Поет вообще, слышите? Вы смотрите, все стены, видите? Лучи торчат. Сейчас, наверное, выйдет уже солнце. Тут, видите, авария была, кому-то цветы, поэтому надо быстренько пройти здесь отрезочек. Ой. Блин, и так иду по опасному пути дороги, мне еще мухи в глаза, блин, залетают. Так, вот мы уже, видите, этот остров, вот этот остров Комачино, да, видите? Вот мы сейчас здесь поснимаем. Вот и хватит на сегодня, потому что он меня уже, скажем так, расконцентрировал, блин. Блин, посмотрите, вот какая стена, да? Понимаете, это как бы другая уже стена. Мы идем то, что база, вот это вот, вот то, почему мы идем, это база другой стены, тоже, которая вот так же идет вниз. Вот. Еще, видите, слоями, все слоями. Вот автобус, блин. Ну, я еще не готова на автобусе ехать. Потому что, извините меня, еще у ее работы.
Так, сейчас нужно подождать. Они тут не могут разойтись, и я тут, если еще буду, так это вообще будет. Мне кажется, даже менее опасно, когда они тут застревают, потому что они хотя бы идут на маленькой скорости. Тут у нас пороги везде, а там у нас, кстати, кладбище. Вот видите, торчит эти. Можно как-нибудь там сходить, наши шкафы поснимать. Да, ребятушки, я здесь не могу говорить, потому что посмотрите, где я иду. Тут лимоны, что ли? Блин, посмотрите, мне повезло, что я практически дошла. Вот. Ну, посмотрите, здесь наше жижевое образование. Тянула руки прямо паутины, видите? Наши сталактиты тут. Там стена. Вот решетка здесь, вот, пожалуйста. Видите, она даже красная. То есть эта краска снялась. И она нормально своего цвета практически. Но остатки есть этой какой-то красной краски. О, бляха-муха. Дом по диагонали. Вот, слава богу, слава богу, уже мы дошли. Сейчас можно будет нормально поснимать хоть что-то, а то я уж совсем сегодня что-то... Вот видите, тут наполовинку-то чуть-чуть торчит, только гидрантик не вырос, ни хрена, маленький совсем. Посмотрите, опять наши эти перила из дерева. А? Там и дерево, и жижа. Тут окно с решеткой, видите, под стать. Все. И форма дерева, да? И форма окна, и форма стекла, все. Видите, да? Банкомат, вот, пожалуйста. Так, ну ладно, пойдем. Я уже такая, знаете, привыкла. Там просто сзади меня такой поток машин. А я такая, ладно, пойдем. Че уж. Уже не боюсь нифига. Вот посмотрите, здесь вообще несколько таких окон. Здесь еще, да? Еще и окно там, видите, с кружочками наши это витражные. Желтенькие кружочки. Там вообще, посмотрите, да? Просто два вертикальных овала, окна такие. Да, здесь куда-то вниз спускается, скорее всего, к озеру, но пока мы не будем все-таки к озеру спускаться. Я все-таки хочу по верхам сейчас пройти.
То, что все время, когда в автобусе еду, много чего интересного насмотрю, и потом иду немножко не в ту степь снимать. Вот опять посмотрите, да? Сколько наших, а тоже как вчера мы там наполовину посоль такая, да? Поглядите, да? Ни одно, ни одна только всего лишь труба такая ростая, вот эта печная. Но зато дофига вот этих вот овалов. Наисложнейших, да? Видите? Там еще два маленьких окна не проявились сейчас. То есть они проявились, не выродились. Не образовались. Как полноценные окна. Тут дофига вот у нас коммуникации просто. Какая у нас тут лампа. В нашем стиле все с кудряшкой. Кудряшки я обожаю. Видите, сколько наших этих овалов. Все вот, ни одной нет. Посмотрите, ни одной нет овалины. Каждая овалина, как вот фасолька, каждой своей формы уникальной. Там еще нарос балкончик такой. Тут опять вот это вот, видите, как корка, посмотрите. Посмотрите. И потом делает такой вот, делает такой нарост покатыш. Вот туда вверх, перемычка такая тоже по диагонали. Туда вниз. Но я не хочу сейчас вниз идти, блин. По идее, сейчас на меня будет плохо смотреть, если я буду тут идти. Здесь очень узко сейчас. И они скажут, пошла вон отсюда. А мне вот надо здесь идти, блин. Вот там вот мостик, смотрите. Давайте перейдем быстренько. Фу, была паутина, блин. Ну, посмотрите, какой туннель, да? Там, кстати, под ним есть такой момент, где он вообще очень достаточно узкий. Трубы вот эти все наши, эти идут. Вот и уходит в землю сюда. Видите? То есть тот, кто вот тут может идти по этому мосту, только тот, кто живет здесь или что-то. Ну, грубо говоря, хозяин дома, да? Вот. Потому что, видите, тут тоже арка такая вот не пробившаяся. Кстати, какой канал Рик. Весь такой, типа, вот, грубо говоря, не вырытый, да? То есть, видите, там ворота закрывают заход туда, вот на эту дорогу, которая соединяет все с этим мостом, видите? Тут у нас канал Рик вообще удивительный. Не могу вам показать дырочку туда, но... Потом посмотрим, надо тогда вниз точно спуститься и посмотреть, где он там выходит. Все тут неправильное. А, ну здесь, видите, не закрыли. Видите, посмотрите. То есть, по идее, он сюда выходит. То есть, он под нами, но, смотрите, тут закрыто. Так нет, вот он, сюда он выходит. Он сюда выходит, ребята. То есть, он, по идее, должен здесь течь, понимаете? Вот он, смотрите, даже... Вот вам, пожалуйста, канал реки и дорога, и все, стены, все одно и то же. То есть, по идее, он должен идти вот туда. Вот это его движение. Тут тоже вот, что это, да, вот?
элементы такие, типа декора. Да. Опять предлагают спуститься вниз, но я не хочу. Там вообще КамАЗ едет. Там у нас такой туннельчик вход. Подождите, там КамАЗ едет. Мы сейчас перебежим. Пойду сюда. Тут как раз церковь. Сейчас мы... Опять вот церковь такая, которая вообще просто абсолютно по диагонали стоит, да? Огромнейшая стена высокая, поглядите, да? Ну, тут как обычно стела у нас. Сороковой, 45-й. Обычно у нас 43-й, 44-й пишут, но тут 40-й, 45-й. На каждом памятнике свои, всегда свои обозначения. Посмотрите, да, какие кружочки тут гранита. И вот нас что-то там делают, работы. Смотрите, как она из стены выходит, из скальной. Просто соединяется со скалой, видите? Со скалой. Это не скала, это стена. Извиняюсь. Я говорю, что я плохо работаю уже. Не очень я тут замотивирована, законцентрирована. Две большие у нас, видите, огромные гранитные плиты. И тут вот корка цементная, это вот суперинтеллектовская. А под низом, вот посмотрите, она прям наплывает. Но я вам у Чернобыля лучше сниму. Видите, наплывает. Вот. Огромнейшая стена. Дом тоже, видите, с этими разными вообще формами овалов. Непробитое окно. Да, такое чувство, что солнце вообще не выйдет. Ой, блин, тут затор образовался. Тут машин. Смотрите, там тоже такой народ. Ой, на доме. Знаете? На крыше. Такая ширма, как бы у нас на церквях тут бывает. Там машина едет. Церковь у нас вообще тут абсолютно неудобнике. Посмотрите, посмотрите. Непробитое окно. Я просто не могу здесь останавливаться. Там просто едет что-то наподобие КамАЗа. Ну, не КамАЗ, но все равно такая не маленькая машинка. Вы поглядите, как вообще неудобно стоит это вообще, да, церковь. Просто. И вот она делает такое вот заужение дороги тут. Вниз дорога, но мы не пойдем вниз сейчас. Не пойдем. Ни за что. Буду идти мучиться, но снимать по верхам, потому что я здесь. У меня сейчас план такой, все пройти вот по ходу автобуса. Это, конечно, не за один раз, не за два, но постепенно я это все пройду. Подождите, я тут встану здесь, блин, пока по... Посмотрим, тут опять овалы тут вверху. Блин, посмотрите, какие огромные машины. Это вообще просто КамАЗ такой.
Офигеть. Все? Все прошли, блин. Туда идет такой. Мама, бегать. Паутинный проходик такой, да, узкий. Смотрите. Я делаю. Я делаю трафик, блин, вообще. Но я туда не пойду, ребятушки, ни за что. Я буду тут мучиться ходить, но... Я знаю, что неинтересно все снимаю, ну что поделать. Тут я же не знаю, что вообще точно мне надо... Тем более я говорю, что у меня была невынужденная остановка. Я еле-еле от него избавилась, от этого мужика, блин. Поэтому прийти в норму снова, работать, это очень сложно. Так, идем. Ну, сейчас можно было бы съездить туда, на этот, Камачину эту, на остров Камачины. Блин, мне кажется, что меня... Знаете, эти летающие паутины, это вообще супер кошмар. Фу, мне даже в глаз сейчас. Вот, Лизова Камачина. Сейчас здесь интересно будет, поинтереснее, чем вот я тут шла, это... Посмотрите, у нас тут такая стена, да, с такой кожей, с наростом цветным причем. С нашей Мадонной ее закрыли. Видите? И стена сразу же, видите, по диагонали, да, опять же с коркой с нашей. Идут все стены, но по идее там парк, но я пойду здесь все равно. Здесь вроде широко сейчас. Там наверху еще есть такая башенка, посмотрите. Башенка-костелушка. Блин, сало Камачино уже закончилось. Что сейчас будет? Там бревна. Тут тоже ворота в никуда, да? Видите? Посмотрите, вообще просто невероятно. К ним решетки, да? Такие, как будто каски богатырей. Ни одной, естественно, трубы роста, трубы печной, хоть как хотите так называть, зато дом этот из канала торчит, видите? Просто из канала река. Глядите. Там еще мосточек такой, посмотрите. Опять же, и корка, и кладка. Дверь такая вообще заколоченная. В
Блин, сейчас мне стало страшно. Мне казалось, что я как-то падаю. Блин, все меня засасывает на дорогу. Только вот там, интересно, этого канала река не видно. Я бы хотела сесть посмотреть, но видите, там ворота. Потому что откуда он идет? Он, естественно, идет оттуда, вот ворота. Но я что-то не вижу этого канала река. Или там все заросло травой, где ой, кустарником, где он идет. Или он идет вообще под землей. Как у нас тут книжки, арки. Проприта привата. Мы уже дошли до Тремедзины, блин. Это не входило в наши планы. Ну, чуть-чуть тут поснимаем еще. Туда находи, сюда находи, блин. Видите, тут дырка и наша чугунная труба, видите, влезает. Ветушки, только могу вот двигать рукой, не говорить, потому что иду по опасным дорогам. Смотрите, сколько коммуникаций. Тут вообще, да, вот смотрите, вот. Типа такая вот сложная труба, стела, роста печная, не знаю, видите, это как бы печная, видите, да, посмотрите. Вообще невероятно. Типа, видите, это тоже как бы заведение такое, хоть и трапециевидное. Это может быть, типа, у них такая сауна тут. И причем на доме ни одной. Только вот там одна такая. Не... А здесь ничего, да? Ни одной печной трубы. Зато здесь огромнейшее что-то. Все, типа, компенсировалось. Выросло тут. Так, сейчас здесь опасно. Опасное сужение, видите? Да, у нас, блин, полярная, типа, тут вообще, да, тоже такой вот, такой сокошный, ну, посмотрите, да, вот что это за извращение, да, вообще. Типа такой поручень, мостик, наросты с помещением. Так, сейчас будет опасно, видите? Ну, что? Страшновато? Вот опять же, посмотрите, наша эта арканишка по диагонали, видите? Сейчас пройдут машины. Ой, там какая-то большая машина, блин. Слышь. Маска, блин. Все. Какой кораблик. Ну, ладно, здесь можно идти нормально. Ой! А это он там. Мужик там топчет коробку. Вот посмотрите, да, такая типа альбергу, да? Альбергу ресторанти. Ресторанты. Ужас, да? Вот это вот настоящее ее строение. Не то, что тут закрашивают. По идее, я должна по другой стороне идти. Но мне осталось совсем чуть-чуть. Вот мне осталось идти. Видите? Ладно, пошла я. Побегу. О,
Блин. Ну ладно, здесь можно и опуститься. Остров такой типа колокольня в 2D, да? Мы эту церковь, по-моему, снимали. Да? Колокольня в 2D, блин. Типа плоская. Потому что для ширмы она уже слишком большая. Посмотрите, здесь такой с нашими зачатками арок. А? Кстати, по-моему, именно в этом месте я открыла первый раз галактики. Тут у нас, видите, чугунные изделия торчат, стены. У нас типа фреска в 2D все тут. И опять же там, по-моему, Мадонна. Тут арка в 2D. Батистер присобачился. Даже есть какое-то окно, видите, мерается такое тоненькое, да, еле-еле там, значит, оно образовалось, причем оно тоже все тут по диагонали, с какими-то вкраплениями этих кирпичных изделий, да, видите. Но при этом вот такая сложность все равно, да, видите, вот это вот, ой, господи, ох, с такой вибрационностью, нет, я говорю, что я точно нервная, дальше никуда, блин. Там малиновалы, да, посмотрите. Наклоне. Овалы по наклонной. Умираются арки все квадратные, да? Интересно. С трубами роста. Ну что, солнце теперь вообще не выйдет больше? Вот такой-такой скромный загончик. Какая-то сетка идет, да, эти нас? Сетка, стол. Блин, как мне не нравится такой свет. Ну, хоть ты тресни, блин. Приехала, называется на солнце, да? И вот это, видите, вот то, что вот мы дорогой. Видите, то, что вот мы тут по дороге шли. Вот, пожалуйста, тут стена вот такая. Вот тут торчат наши чугунные изделия. Блин, как здесь пахнет со сыростью. Это все. Все, да? И вот, значит, видите, так заворачивается, так нормально. Форма называется «Много грибов не бывает», да? Тут уже, я так понимаю, дырка наша, тут я понимаю, уже еще одна церковь, что ли, да? Посмотрите, что делают стены, да? Тут какой-то вообще приростик. Дверь, на которую нужно вот подниматься, да? Арка с полупробитой дверью. Зато коммуникации все у нас, все сделано, все. Это вообще, конечно. Ну и арка, да? Арка-туннель. Пробитое окно. И опять мы выходим на дорогу. Опять я буду тут портить настроение водителям. Опять же, видите, двойная даже у нас вот нафига бы, да, ну, чтобы открыть люк. Как-то я, да, сразу что-то забыла, не подумала.
Но все равно всегда двойная эта перемычка, оболочка эта чугунная. Туда я не пойду. А, вот автобус. Тоже, видите, у нас типа вот что это, да, это как база, нарост, продолжение дома, юбочка, да, вообще. И еще непробитое окно. Так, по идее, здесь, конечно, автобус стоит, но я не знаю, придет ли он сейчас или нет. Я просто хотела поехать, потому что я не хотела бы все-таки с ним встречаться, знаете. Фиг знает, во сколько там автобус, сейчас посмотрим. Вообще, я пока сейчас выключу видео. Вот. Если еще не скоро автобус, то мы еще пройдем, поснимаем. Ну ничего страшного, ребятушки, господи. Все равно солнце спряталось, и поснимаем завтра, ничего страшного. Все, давайте. На всякий случай прощаюсь. А если вдруг начну снимать, ну вы там потом увидите, что я поставила видео. Все, пока-пока.